всем! Как всегда, с вами Бард Дедов с циклом передач об Америке. Америка как есть. Я уже снимал несколько сюжетов о том, как отдыхают люди и проводят свои выходные дни в Бруклине на Брайтоне. Это микросюжеты Брайтон стайл, это микросюжет «Интернационал танцует». Но следующий фильм не в качестве какой-то альтернативы или, боже упаси, какого-то сравнения. Это просто сюжет был подсмотрен мною в выходной день в Манхэттене, в Центральном парке, о том, как отдыхают люди в различных частях города Нью-Йорка. Увидимся! Today we were out. Today is our big Sunday celebration, and hopefully we'll be out here a lot of times this year. Few things, please: no glass bottles, no drugs or alcohol. Don't cross over from the path. In front of all the skaters, if you want to come in and dance with us, come in through the entrances near the fence. It's another year, and I'm so happy to see all of y'all out here. I know we lost one of our dear friends by the name of Paul. We're going to do something for Paul when we get a chance.